трогай. Кыш-кыш-кыш. Мама, как? Кыш-кыш. Уходи. Я буду мышку убирать. Там кака, мышка, мышка. Рыська мышку поймала. Я мышку уберу потом. Так, у тебя же рукавицы. Возьми. Я не буду руками брать. Так у тебя рукавицы ты же. Что? Я рукавицами обычно беру. А если она меня укуснет? Она что, живая, что ли? А мало ли. Так ты за хвост бери. Да мне нифига не. За хвост бери и туда в канаву кинай. Давай бегом. Не бойся. Она мертвая уже. Она... Делаем крышу, обрешетку на крыше. Я уже сделала основные стропилины. Теперь делаем обрешетку из необрезной доски. Сейчас обрешетку сделаем и можно уже андулин стелить. Не знаю, слышно меня или не слышно, но я могу орать. В общем, колотим, колотим. Другим боком. Чего тебе? Шире нужен бок? Ну, она какая-то... Ну, давай вот этот я возьму тебе. Вот этот шире. Шире? Вот этот кусок шире. Ну, я давай, давай, я ее пододвину. Давай. Так тебе куда шире надо? Сюда, давай ее. Подожди. Широкую часть куда? А, да тут у нас все ровненько шло. Широк, а вот широкую вот туда лучше бы. А ты сейчас какой? Так там у тебя уже же будет. Ну давай, ладно, давай. Давай. Тоже кривая. Все, я пошла за гвоздями. Давай. А у меня нету образца. На 90-е. Они там... на них написано, что они 90-е. Где-то валяется образец. Внизу там один гвоздь. И вот у меня внизу лежат. И даже вот эти, я знаешь, какие, наверное, 80-е у меня. Можно было 70-х бы найти, если есть там. 70-е тоже бы подошли. Я нашла вроде 60-е. Сейчас посмотрю. Мне эти 60-е. Если 60-е, можно, да. У меня все полностью кончились. Я тебе могу скинуть баночку. Давай, кидай. Тоже подойдут? Подойдут. Ну а что тут полтинник? А 70-х-то нету? Нет. Давай вот эти, и я еще по саморезу большому скручу. А у тебя есть саморез? Ну вот же они там лежат. Вот тебе баночку сюда положу? Да. И этот шуруповерт. Женя счищает с необрезной доски весь обзор, потому что, ну, кору, потому что надо обязательно счистить. Никитка тут у нас крутится, помогает. Ну, вот мы почти обрешетку сделали. Осталось у нас, ну, 4 доски где-то положить примерно, плюс-минус. Вот, сейчас покажу. Здесь счищенная. Вот эта доска, которая идет для стропилин, 100 на 25. Ну, для душевой, я думаю, достаточно этого. Я креплю и на гвозди, и на саморезы. Стараюсь, потому что, ну, чтобы все крепко было. Сами стропилины и вот эти досочки между ними, которые тоже крепила на гвозди и на саморезы. Было все крепко. Ну вот вся обрешетка у нас готова. Можно стереть андулин. Андулин мне привезли сегодня. Так что буду стелить. Надо сделать только сначала замеры. Вот у меня тут, видите, веревочка натянута. Это направление. И вот эта первая доска, она у меня обрезная.
Видите, вот это не обрезная, вот это обрезная. И я вчера, всегда в начале и в конце делаю обязательно такие доски. Для чего? Ну, по ним очень хорошо ориентироваться. Они ровненькие. И поэтому я всегда в начало и в конец делаю такие доски. Отмерила расстояние, чтобы у меня ровно было, допустим, 40 сантиметров. И там то же самое, 40 сантиметров по вот этим стропилинам, на этих стропилинах. Вкручен саморез туда. Вот. И ниточку натягиваю, и все. И по ней уже у меня все аккуратно идет, ровненько. Вот так ориентируюсь. И там также у меня вверху такая же точно доска лежит. Вчера вечером с дочкой закрыли крышу, она мне снизу подавала, я там уже накрывала. И сегодня приступила уже капельником, плюс буду делать сейчас фронтонные планки и с той стороны тоже, чтобы уже крышу доделать сегодня, уже больше к ней не возвращаться. Ну вот у нас дожди, к сожалению, угрозы опять начались. Слушайте, гремит. И у меня ребенок спит. Поэтому мне надо стучать, сверлить, отрезать, в общем-то, шуметь. И вот теперь не знаю. Придется, наверное, подождать, когда он проснется. Но тут приходится ловить каждый момент. Сейчас хорошо, что вчера успели накрыть крышу. Сегодня начались дожди. И говорят, что неделю, а то и две пройдут. Не хотелось бы, потому что хочется побыстрее закрыть все это дело. Доделать все. Ну вот, и уже потом внутри копошится. Вот, вся крыша закрыта, все нормально. Начали цвести пионы. Скоро цветут все. Будет красота, красота. Запах обалденный стоит. Вот такие цветочки. Не помню, как они называются. Такие синенькие. Не знаю, что это. Такие вот красивые. Только все упали. Дождь и ветер. Все повалил. Бархатцы начинают появляться, разноцветные, вот такие. Пока на улице идет дождь, я начала заниматься полами. Как я делаю? Делаю сейчас черновой пол, чтобы положить вот на эти доски потом утеплитель. Они у меня со старого подиума, они с той стороны обработаны, с этой стороны они не обработаны. Я их потом, наверное, обработаю тоже. И пусть они сохнут. Вот. Делаю как? Две планки с двух сторон прибиваю, прикручиваю на саморезы. И потом вот такие досочки вставляю. Вот так вот у меня идут они. Вот. И все. И потом прямо буду утеплитель класть на него, на эти доски. Они у меня, видите, сплошняком идут, поэтому сетки никакой, ничего не надо. На утеплитель я положу пленку. На пленку я сделаю маяки. И потом на маяки уже буду стелить ОСБ. Все. То есть у меня полы будут готовы. Сейчас пока просто дождь. Никак не могу завершить крышу. Вот, думаю, занялась немножко полами. Немного я сегодня успела сделать. Постоянно идет дождь. Чуть по делам ездила. Поэтому трубу вот вытащила для слива воды. Буду завтра примеривать и ставить уже сразу вкапывать, прикидывать, где у меня умывальник будет, где душ. В общем, все сразу. Потому что потом с утеплителем и с
чистовыми полами уже будет сложнее это все сделать. Вот. Хочу это сделать сейчас. Ну, завтра, я имею в виду. Доски стоят, сохнут, потому что все мокрое. Обработала доски. Они даже не сохнут из-за того, что погода мокрая, все время идет дождь. Из-за этого сейчас заканчиваю. Хочу мангал разжечь, пожарить там грудку с ветчиной. Пожарю сейчас на ужин. Вкусняшку сделаю. Лестница мокрая, сильно упала сильно сегодня с пилой. Вот. Тут подпиливала, пилила. Тут все спилила. Начала переходить сюда. И прямо с пилой упала. Подскользнулась сильно на лестнице. Лестница мокрая. Вот. Еще и грязная. Грязь прилипла. В общем, короче. Поэтому решила уже сегодня закончить. Буду отдыхать. Вечером сделать что-нибудь на мангале. Это вкусно. С печкой теперь почаще. Чисто мы на мангале, конечно, редко делали. Сейчас такой красивый мангал. Хочется на нем что-либо печь. Делать, запекать, творить. Мне кто-то спрашивал, то есть давал замечание, что не рядом ли с дровяником. Но тут до дровяника еще 2 метра как минимум. То есть все хорошо. Не переживайте. Сегодня мы с Женей доделали все планки фронтовые. Обтянули ветрозащитой душевую. Вот. Все. Все тут сделано. Верха, конечно, очень тяжело делать. И тут все сделано. Все планочки, все. По верхам только осталось зашить свесы. Уже в следующем. Ну, потом стены зашью, потом уже буду свесы зашивать. Вот так у нас уютненько. Вот там еще трубу сделала закладную. Все, в принципе, там у меня уже вода, то есть канализация выведена, полы зашиты вот немножко. Сегодня погода позволяет. Ну так, иногда дождь идет, но хотя бы доделали вот эти все верха, самые тяжелые, и затянули все. Теперь вот дождь сюда попадать не будет. Можно спокойно полами заниматься. Ну, а на сегодня все. Видео короткое, потому что некогда снимать, если честно. Я была наверху, все по верхам. Женя то с Никитой, то мне помогает. И поэтому некогда даже, чтобы камеру взять в руки. Поэтому вот так вот потихонечку все движется. Слава Богу. Вот кто один и у кого нету жилья, как говорится, на этом, на даче, можно вот такой домик сделать 3х2. У меня 3.20 на 2.20. И в принципе спокойно можно и кровать поставить, и кухонку сделать небольшую. И для одного человека вообще можно спокойно все сделать. И утеплить ее, и будет тепло. И можно даже жить с весны по осень. Вдвоем вообще все быстро делается. Мне это приходится почти одной все делать. Иногда Женя помогает, когда может. Нам просто она занимается огородом. Кроме нее практически никто огородом и не занимается. Мне так некогда, я занимаюсь строительством. В одиночку тоже можно все сделать. Тем более тут стены не такие толстые. Пятерка всего, 5х5 бруски. Так что можно и одному человеку все сделать. Ну, чуть подольше, может, не неделю, а за 2. Но это, конечно, делать, если с утра до вечера, как, ну, полноценный рабочий день с перерывами на обед. Ну, а теперь всем всего хорошего. До свидания. Спасибо вам за комментарии. Под последним видео было очень много комментариев, отзывов в мою поддержку. Всех-всех благодарю, потому что, на самом деле, иногда читаешь,
иди удаешься. Откуда люди что приберут? Это просто вообще удивляюсь. Что-то выдумывают, что-то придумывают. Вам всего доброго. До свидания.